говорите, говорите, это без... Нога 66, упор 6, в руль, вот так вот ехал, чтоб не, этот самый, не обстреляли. А что вы можете сказать тем, которые до сих пор не верят, что эта война русско-украинская? Ну вот до сих пор есть среди украинцев, живущих на мирной территории, которые считают, что ну, это не русско-украинская война. Может, посоветовать им повоевать, туда пойти напередок? Хотелось бы, чтобы... Нет. Ладно, пусть они не почувствовали войны, это если... Но когда-нибудь и это аукнется и этим людям. Может, наше допущение, что сюда война до нас не дошла. Вот мы живем в 120 километрах, так. И никто не знает, что такое война. Очень много наших соотечественников, сограждан, которые даже не прочувствовали этой войны, не прочувствовали, что такое, ну, есть в Терновке, ну, прочувствовали те, кто участвовал в зоне боевых действий. И матери, которые потеряли матери, своих сыновей. Которые потеряли своих детей. Прочувствовали волонтеры, небайдуже к этой теме. А все остальные, ну, переселенцы, да, тоже прочувствовали, что такое война. Ну, а наши местные жители, которые сейчас вот говорят, что мы устали от войны, а устали из-за чего? 1.5% военного сбора. Я думаю, это не такая большая сумма цены, платы за то, что кто-то другой воюет там, на Востоке.